Приветствую вас, дорогие участники нашей конференции «Академия мудрых хозяюшек». Добро пожаловать на нашу конференцию, на наш интересный мастер-класс, который ожидает вас сейчас. И у нас будет достаточно интересная тема. И из вас понравится, потому что быть хорошей хозяюшкой, мудрой хозяюшкой – это на самом деле очень важно. Итак, давайте проверим связь. Давайте поставим плюсики в чате. Буду ожидать ваши плюсики, а тем временем я проверю трансляцию. Итак. Отлично. И пока вы будете ставить плюсики, я напомню вам, дорогие друзья, дорогие зрители, что вы можете в любое время изменить качество видео, нажав справа снизу на шестеренку, тем самым выбрав качество, которое вам нужно. 120, потому что тогда все видно четко и хорошо. Ну, а также наверху у нас есть кнопка «Оценить спикера». Вы можете по пятизвездочной шкале оценить выступление спикера и написать ваш отзыв. Итак, я вижу первый плюс. Это хорошо. Значит, все видно и слышно. Ну, а пока подтягиваются дорогие зрители, я хотел бы от всей души поблагодарить наших партнеров. Студию «Золотое яблоко», магазин «Free Decor», столярную мастерскую «Big» и магазин «EasyCrafts.ru», и также трафареты для декупажа от производителя «Le Fleur de Sacre». Большое им спасибо, и вы можете отправиться, можете посмотреть, точнее, по ссылкам перейти на эти магазины, если вы перейдете на нашу страничку, на нашу основную страничку нашей конференции. Вот, сейчас я вам продемонстрирую. Вот стильный интерьер. Ой, прошу прощения. Да, вот, наша. У нас партнеры конкретно нашего мероприятия – это столярная мастерская «Big». Вот. Вы можете перейти в этот магазин, перейдя по этой ссылке. Итак, возвращаемся к нашей сегодняшней теме. У нас сегодня выступает Елена Горбушина с темой «Пасхальный цыпленок с сухой пастелью». Елена рисует с самого детства и закончила детскую художественную школу. И имеет 17 лет опыта работы. Прошу прощения, есть некоторые технические неполадки. Я их сейчас тут же устраню. Итак, приносим извинения за технические неполадки, а теперь продолжим нашу сегодняшнюю тему. Итак, у нас сегодня выступает Елена Горбушина. Рисует с самого детства, с успехом закончила детскую художественную школу. Окончила художественно-графический факультет МГПИ в 2005 году. Имеет 17 лет опыта в полиграфии, работала художником и графическим дизайнером в различных издательствах и типографиях. Билд редактором в бизнес-журнале «М-Артель». Знает все о визуальной журналистике и верстке. Рисует портреты на заказ пастелью, карандашом. В технике сухая кисть. Увлекается живописью, маслом, акварелью и пастелью. Любит смешанные техники, акварель плюс графика. Обожает декупаж, скраббукинг, видит применение дизайна во всем. Оригинальные подарки на дни рождения друзей и близких. Это всегда ручная работа. Считает, что даря частичку творчества, мир станет ярче, а люди добрее. Я с этим совершенно согласен. И сегодня на мастер-классе вы узнаете, как создать прекрасный подарок своим любимым на Пасху, узнаете, как показать объем, поговорим о светотени, увидите, как показать пушок у цыпленка, получите удовольствие от процесса работы мягкой пастелью. Итак, пасхальный цыпленок с сухой пастелью. Я передаю слово нашему мастеру. Елена, добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Я надеюсь, вы меня видите и слышите, и все у нас со связью хорошо. Не буду вас терзать плюсиками, да, или оценочками.
Если вы к нам только присоединились, пишите «добрый вечер», пишите, если рады видеть, и я буду знать, что вы меня видите и слышите. Тагрул меня любезно представил, значит, в принципе, он все рассказал, да, у меня художественное образование, классическое образование. Тогда, когда нас учили делать все, да, не разделяя на дизайн и на декоративно-прикладное искусство. Поэтому это часто мне в жизни помогало, в общем-то. Очень многие моменты, которые сейчас модны, скажем так, да, которые сейчас только набирают популярность, а, в общем-то, это нам давали уже давно, еще в институте. Так что это здорово, художественное все-таки образование. Вот. Но не буду больше говорить о себе. Мы сегодня пришли творчески потворить, и я вас приглашаю вместе со мной писать, рисовать пастелью, сухой пастелью. Предыдущие два мастер-класса я делала вебинар по масляной пастели. Ну, а сегодня вот решила сделать такой сухой. Исходя из того, что совсем скоро у нас воскресенье, праздник Святой Пасхи, ну и мы создадим такой маленький подарочек для ваших родных, для ваших близких. Вы его можете потом подарить, рисуя вместе со мной вот такой такую пасхальную композицию. Ну что ж, я сейчас переключу камеру, и мы приступим. Так, я надеюсь, вы видите мой стол. Сейчас я обновлю чат. И приступаем. Значит, по материалам я вам написала о том, что нужна бумага пастельная. Вот у меня сейчас на столе именно пастельная бумага такого теплого серо-коричневого оттенка. Пастель у меня сухая олки. Ну, вот у меня несколько наборов, вот один из них. Вот, ну, в общем-то, подойдет любая пастель, мягкая, да, софт. Желательно софт, потому что ей работать удобнее, ей работать приятнее. И если у вас есть выбор, если у вас есть твердая пастель и мягкая, то вы можете посмотреть, чем же они отличаются, и отличить свойства той и другой. Картинку я прислала. Картинку... Так, я сейчас на секундочку вам покажу. То есть вот такую, вот такого цыпленка мы с вами будем делать, но это еще не все, так как мы создадим, так, не переворачивается, да? А, вот, значит, мы будем компоновать вот из нескольких таких фотографий, сделаем одну работу. Вот такого вот цыпленочка. Уж больно он мне понравился. Он такой мягенький, пушистенький. Вот. И с чего мы начинаем? Начинаем мы, конечно же, с рисунка. Должна вам сказать, что из всех наборов, которые у меня есть, я выбрала буквально вот, ну, скажем так, несколько мелков, которые нам пригодятся. Я сейчас вам их продемонстрирую. Есть у меня еще пастельные карандаши санетовские, но я редко пользуюсь карандашами, но, в принципе, можно какие-то моменты или делать набросок тоже. Если они у вас есть,
то, пожалуйста, вы можете воспользоваться. Итак, начинаем. Я вот здесь вот вам начерчу мелочки. Это белый мелок. Для того, чтобы вы видели, какие мы используем. Несколько мелочков желтого. Это такой практически белый, но он такой светлый лимонный. Вот это вот поярче лимонный. Желтый. Теплый желтый. Оранжевый. Так. Ну вот в розовый давайте пойдем. Он такой не совсем розовый, но, скажем, ближе к бежевому. То есть розовый ближе к бежевому. Ну, из этого же ряда это бордовый. Дальше такой светло-сиреневый оттеночек. Светло-сиреневый. Так, ну вот серенький у меня. Такой серый цвет. Голубой. Для тени. Зеленые оттенки. Вот такой теплый болотный оттеночек. И чуть потемнее, похолоднее, такой зеленый. Так, я взяла еще темный коричневый. Возможно, нам понадобится еще черный, но мы посмотрим. Возможно, еще воспользуемся черным. Хотя у нас такая пастельная композиция, она в пастельных тонах, пасхальная композиция. Поэтому, возможно, нам и не пригодится черный. И мы начнем. Начну я, как всегда, с наброска. Так, я возьму... Вообще набросок желательно делать тем карандашом или тем мелком, который ближе всего по тону к вашей бумаге, к тону, к цвету вашей бумаги. Ну вот у меня вот он вот такой вот, видите, карандашик. Вот. Я думаю, что все равно вам будет видно, но вот я его возьму. Он более подходит мне. Так, открываем картиночку. И начинаю с чего? Начинаю, конечно, с композиции. То есть в самой серединке, да, центром композиции у меня будет мой цыпленок. То есть я сразу определяю его размеры. Туловище. И голова. Если вы ошиблись, да, в какой-то линии, то ничего страшного, возьмите просто сухую салфетку и сотрите. То есть, например, вот я взяла сухую салфеточку и где-то потерла. Она очень хорошо стирается. То есть не нужно использовать стиралки, ластики. Так, вот здесь вот у меня где-то будет клювик. Головка. Голову он, конечно, перевернул. Здесь у него такая шея. Цыплята любят вертеть головой, да, причем они вертят ей в разные совершенно стороны. Так,
И намечаю глазик, где у меня будет. Так вот, примерно здесь. Сразу смотрю по оси, чтобы он у меня глаз не ушел никуда, ни вправо, ни влево. А вот именно шел в том направлении, в котором нужно. Так, я иногда буду обновлять чат. Если у вас будут вопросы, то вы мне пишите. Да, если возникают какие-то вопросы. Ну и по ходу. Я вам буду комментировать. Так, оно здесь должно быть крылышко у него. И здесь уже лапка у нас пошла. И он стоит, вот эту лапку даже мы... Она практически вертикально стоит. Здесь у нас сустав. Так, и... пальчики. Мы примерно намечаем, то есть если нужно куда-то перенести, переносите сразу. Так, ну вот примерно я его наметила. Дальше. Дальше я хочу совместить немножко и... Так, сейчас я открою изображение другое. Программки. Так. Чтобы мне было видно и то, и другое. Так, ну и, конечно же, нас чат. Так, и я хочу нарисовать вот здесь веточку. Как раз-таки она у меня будет с этой стороны. То есть здесь я нарисую с нарциссы. Даже вот таким образом. То есть здесь вот такой нарцисс с чашечкой. Да? Основная у него чашечка, серединочка. И лепесточки. Так, далее. Здесь цветочек поменьше. Ну и там еще один цветочек.
сразу определяем серединку и уже от нее рисуем лепесточки. Я сразу намечаю все для того, чтобы мне было потом понятно, где у меня что перекрывается. Так. Вот такие цветочки, я думаю, их достаточно. И тоже сделаю веточки. Большие веточки вербы. Но это потом мы еще веточку вербы можно дорисовать. Так, ворачиваемся к нашим скорлупкам. Их я хочу переместить. То есть, допустим, чашечка у меня будет лежать вот здесь. Крышечка от яичка. Значит, каким образом? Смотрите, чтобы яичко, скорлупа, вернее, от яичка была примерно равна вот нашему цыпленку, да, так как он из него вышел, то есть вот он распушился, конечно, но примерно вот такая у меня должна быть скорлупа. То есть для того, чтобы она не была маленькая, и не была слишком большая. Соотносим размер скорлупы. С нашим цыпленочком. Так, и тогда я, в общем-то, крышечку можно здесь вот положить. Кто сегодня не хочет писать, да? Все заняты сегодня хлопотами предпасхальными. Ну, я надеюсь, что в записи нас тоже будут смотреть. Значит, смотрите, я увидела, что нога у меня слишком близко, так как по логике у него нога должна быть вот здесь. То есть здесь у него идет сустав, да, вот ножка идет. И еще одна ножка, она должна быть вот здесь. То есть где-то я сейчас тогда стираю вторую ножку для того, чтобы поправить рисунок. Так. Здесь у меня заканчивается и должен начинаться пальчик, да? И еще один пальчик, он уходит сюда. Ну, а здесь у него шпора. Шпора. Так. Ну, вот, наверное, и все. Дальше мы посмотрим, уже будет зависеть от нашего основного, от нашей основной композиции, от так, продолжаем.
Значит, с чего мы начинаем? Мы начинаем набирать цвет, и я хочу начать именно с цыпленка. Беру желтенький. И желтенький, причем я беру яркий, вот этот самый яркий желтый. Я его буду смешивать, поэтому я просто цвет набираю желтый. Там, где у меня цыпленок. Так, здесь у него грудка. Так, вот таким образом. Набираю цвет, и сейчас мы будем смешивать. У нас не должно остаться белых пятен, вернее, пятен просвечивающих тон, просвечивающих бумагу. Поэтому я для этого вот я не взяла такой карандашик, который у меня будет, вернее, такой мелочек, который у меня будет убирать яркость вот этого желтого. А я думаю, его можно смешать вот с каким-то таким вот светлым мелочком. Вот. И да, вот как раз убираем. И начинаю показывать объем. То есть вот беру светлый мелочек. Здесь у меня, видите, идет шейка. Здесь у меня свет. И свет вот здесь. Такой ореол всегда идет, где пушистый. Добавляем тону. Если мало, то мы еще добавляем желтенький. И хорошо смешиваем. Здесь также у меня идет посветлее тон, но здесь идет не такой светлый, как на шейке тон. А, Людмила, добрый вечер. Рада очень вас видеть. Сегодня мы рисуем сухой пастелью. Так. И я вот, видите, такой светлый набираю. Дальше еще идет светлый, где у него глазик на головке. Людмила, вы сегодня будете рисовать вместе со мной?
или вы не подготовились. Долго не могла определиться, что же вам сегодня такое показать. Вроде хочется что-то пасхальное, но в то же время уже как-то яички, это все как-то все избитое. Ну вот тут на глаза мне попался вот такой цыпленочек. Совсем недавно мы кролика рисовали. Так, я вот выделяю, видите, наполняю, добавляю светлоты там, где у меня посветлее. Слегка. Так, и вот здесь внизу, здесь тоже есть светлое. Но мне нужно ему придать объем, поэтому я немножечко такой вот фиолетовый взяла, вот этот наш фиолетовый. Так, Людмила, не готова пока, попозже обязательно буду рисовать. Ну, здорово, ну, будет время, в принципе, завтра весь день будет запись доступна. Правда, завтра, конечно, будут заботы, наверное, свои, да, бытовые. Но часочек можно улучить для себя. И немножечко уделить себе время. Так, дальше. Возьму-ка я... А, это у меня был карандаш, да, такой карандашик. Мне нужен такой мелочек серенький, коричневенький. Я буду создавать ему объем. То есть я пока рисую цыпленочком. Так же, как у мячика у него на головке, вот здесь тень. Да, то есть если мы с вами возьмем, то есть мячик это показатель такого объема. Если вы нарисуете мячик или шарик, то у вас получится и другое. Поэтому я создаю ему объем. Добавляю желтенький. Можно немножко рыженького добавить. Да, теплее сделать, потому что здесь у нас тоже идет еще и тень. Так. И здесь также добавляю тенюшечки. Так, у меня тут болельщики болеют за хоккей. Мы занимаемся творчеством. Так, смотрите, значит, почему здесь делаю неровно? Потому что у него идет грудка,
Но грудка, вот видите, идет вот такими буграми, что ли, да? То есть здесь у него идет тело, затем идет грудка, и там уже дальше проглядывает еще один объем. Тело, что ли, так сказать, да? Вот, поэтому я ему добавляю. Значит, здесь добавляю рефлексы. Для того, чтобы подчеркнуть объем. И вот здесь хочу поярче сделать. Уже добавить клюек. И свет на клювик таким розовеньким. Так, клювик у нас готов. Значит, здесь у нас от клювика уходит потом на глаз. Таким образом. Глазик тоже немножечко цвету, чтобы потом глаз нам выделить. Я пока ему не рисую сам глазик, я потом его сделаю. Он у нас черненький. Черный мы всегда можем добавить. Так. И чуть-чуть добавить вот здесь света. Посветлее. Разбираем по свету, по тени. Здесь вот можно даже розовенького чуть-чуть добавить. Вот. И здесь такой так вот он у нас идет. Можно слегка вот так смешать. Так. Такими вот движениями я уже начинаю прорисовывать шерстку, пушочек. Так. Слегка здесь тень. Здесь также можно наметить немножечко. Так. Тут я сделала слишком темную, я ее немножечко сглажу таким образом. И вот здесь тоже утемню слегка, добавлю цвета. Thank you.
добавляю рядом, видите, и получается, смотрим на него и смешивается. Ну и, соответственно, на бумаге тоже смешивается. И дальше можно такими отрывистыми движениями, штришками такими добавить. Так, он у нас уходит. Сюда. И можно так вот распушить чуть-чуть. Если мы еще, если у вас пастель здесь будет лежать, то вы ее можете так сгладить. И получается такой, такая пушистость. Так. Здесь также. Но здесь белый я не добавляю, я добавляю вот этот вот свой сиреневый. И слегка ложу. Получается такая, такой пушочек. Здесь также можно добавить пастели для того, чтобы ее немножечко смазать. И пальчиком размазываем. Вот такая пушистость получается. Так, сейчас гляну, видно ли вам. Да, думаю, что видно. Так. И мы продолжаем. Так, здесь то же самое. Слегка-слегка добавляем. Так, и можно даже вот чуть-чуть здесь желтенького добавлю. Вот он такой получился. Вот здесь прям ореол такой желтенький. Здесь можно добавить цвета. Добавляем в том направлении, куда растет пушок. Так, а здесь такой. Он, видите, в таком ореольчике у нас получается. Так. И слегка вот здесь вот немножечко смажу. Все, пока. Так, оставлю. Значит, приступаю к ногам. Ноги имеют такой выраженный оранжевый оттеночек, поэтому я взяла оранжевый.
начинаю также набираю цвет. По своему рисунку действую, так как я уже сделала предварительный набросок. Смотрим, чтобы одна нога не была длиннее, то есть пальцы на одной ноге не были длиннее другой, так как они, в общем-то, у него одинаковые. Так, и хочется мне сюда добавить красненького. Да, для того, чтобы ножки были поярче. И так, я этого здесь нарисую. Чуть-чуть взяла, добавила. И взяла коричневый для того, чтобы выделить объем. Добавляю коричневый. Здесь даже, возможно, он бордовый должен перейти. Но красный должен остаться, так как здесь оранжевый очень хорошо подсвечивается. Но совсем, конечно, не очень правильно цеплено, так как у нас на белом фоне здесь нет рефлексов от окружающего пространства, да? Но мы можем их добавить. Здесь также я добавляю тень. И у меня уже получаются такие объемные ноги. Так. Если вы вместе со мной рисуете, я надеюсь, что у вас тоже получается. Так. Здесь вот я хочу еще добавить немножечко цвета. Мне кажется, можно тут слегка. Хватает, потому что не перекрывает тон. Ну а теперь вроде как перекрывает. Один цвет смешивается с другим. Таким образом. И вот такую создают ворсистость. Здесь вот тоже чуть-чуть добавлю желтизны. Так, вот так. Можно слегка тенью тут добавить вот этот вот болотный оттеночек. Прям
слегка где-то будет такой рефлекс, такой как будто бы зелененький, да? Дальше. Дальше я хочу нарисовать скорлупку. Так, тут у меня должен быть переход. И скорлупку я беру свой розовый. И вот где у меня скорлупка, я ее также заштриховываю. Сразу можно придавать объем. Просто она вот такая будет. Неровная. Но главное сделать ровный овальчик. И можно растереть. Так, и мелочком следующую скорлупку. Ее тоже надо нарисовать овальную. И здесь она переходит сверху. Также растираю до однородного тона. Если мало, то добавляем. И добавляю здесь тень. Для того, чтобы получился объем. Хорошо растираем. Еще можем добавить. И вот здесь слегка тоже темнеть. Таким образом. Здесь можно немножечко утемнить. Так, и утемняю на краях. Да, потому что у меня здесь еще будет объем. То есть мне нужно еще здесь высветлить.
здесь внутри также. Ой, тут какая-то неровная поверхность. Добавляю бордовый. Тот коричневый, который у меня есть. Да, и можно вот здесь чуть-чуть высветлить. Для того, чтобы тоже показать, что это объем. То есть она заходит, и вот здесь вот у нее самая тень. Не видно. Здесь вот видите, я оставил темный, потому что мы еще будем делать вот эту вот оболочку внутри, так как там есть оболочка светленькая, мы ее тоже сделаем. Значит, для тени я возьму, так он, наверное, у меня будет светлый, да? Вообще я хочу тогда взять фиолетовый белочек. Так, это с лиловый. Вот это слишком светло. Давайте вот тогда вот такой сливовый возьмем. И я хочу здесь вот сделать тень. Она у нас падающая. И ее также можно растереть. И тень под нашей крышечкой. Там, где она соприкасается с... Чем ближе она к самому предмету, тем она темнее, соответственно. Ну, а чем дальше, тем она рассеивается и получается такая... не яркая, не контрастная. И можно даже взять так, коричневый мелочек и чуть-чуть добавить контрастности. Вот. Хорошая тенюшечка получается. И здесь, соответственно, тоже. То есть она очень контрастная, прям вот где соприкасается яичко, скорлупа, вернее, это яичко. А дальше она размывается. Так. И здесь же можно сделать этим же бордовым, слегка добавить и получить такой рефлекс небольшой. Ну, а здесь чуть-чуть добавлю. Так. И можно сделать белочек. Я беру вот этот свой светлый, самый светлый вот лимонный оттеночек. И создаю такой контраст. Там, где у нас я оставила.
линию делаю неровную, где-то она больше, где-то меньше, где-то еще видно, допустим, здесь вот побольше. И с этой стороны. Пускай она тоже будет там неровная. Где-то можно ее слегка сгладить. Так, в принципе, пускай так похоже, да? И там, возможно, задняя стеночка, краешки торчат. Только не делайте их одинаковыми, но пускай этого достаточно, я думаю. Так, и с этой стороны... Где у нас? Также видим эта пленочка. И вот здесь она тоже. Так, таким образом. Так, здесь хочу сделать еще небольшую тенюшечку. Так, обновлю чат, все молчат. Или рисуют вместе со мной, или просто наблюдают. Я надеюсь, что вам это пригодится. Я хочу еще добавить вот здесь вот зеленого. К своему цыпленочку. И... Можно, в принципе, уже взять черный мелочек и сделать глазик. Можно это сделать карандашиком, если вы боитесь. Я просто потихонечку набираю цвет также. Чтобы мне не запачкать работу. Так, набираю цвет. Можно добавить такой же бордовый здесь слегка. И добавлю белого. Блик. Повыше сделаем. Так. Здесь еще можно чуть-чуть добавить контрастности.
пятнышко. Так, вот такой у нас цыпленочек получается. И сейчас мы приступим к нашим нарциссам. Нарциссы у нас желтенькие. Да, также я начинаю с серединки. Беру свой ярко-желтый цвет. Выделяю серединочку, где там я ее нарисовала. Можно сразу делать неровную поверхность, вот здесь серединку, так как она неровная. Так. И также набираю цвет. Так, делаю вот эти три нарцисса, я их делаю сразу. И еще один здесь у меня немножко закрывается. Вот я уже серединки наметила. Добавляю оранжевый, так как он прям такой лимонный цвет, да? А получается такой слегка теплый, такой яркий оранжевый. А вот у нас композиция получается. Так, серединка. В серединке я добавляю немножко зеленый. Если потом мало, то мы еще добавим здесь. Коричневый сделаем потемнее серединку, то есть она такая будет темно-зеленая, чтобы контраст придать. Так. Вот у нас сразу такой, видите, объем получился. Немножко выделяю краям. Прям по краю слегка. И здесь также. Так, ну, внутри мы еще нарисуем, и перехожу к белым листочкам.
Значит, что мне нужно? Я беру вот такой вот светлый тоже оттеночек, не совсем белый. А вот этот вот второй, который у меня желтенький. И также лепесточки набираю. Начинаю со света. Как они у нас светлые, я туда буду тень добавлять, да? Так, здесь у меня еще будет зеленый листик, а вот тут уже опять пойдет лепесток. Так. Крайний листочек у нас, цветочек. Также выделяю. Так, и здесь у меня уже мой основной цветочек пошел. Самый первый, самый ближний. Также будет лепесток. И еще один лепесточек. Вот я набрала белый. Здесь вот у нас еще за лепесточком будет. И начинаю туда вот свой фиолетовый добавлять. Чашечки попробуем. Синий. Вот видите, такой голубизна появляется. Это у нас
тень появляется на наших лепестках. И также я растушевываю. Здесь, если мало у меня белого, то я его добавляю. Так. И на дальних листочках тоже смешиваем. Появляется такой небольшой объем. Акварельные такие цветочки проявляются у нас. И здесь то же самое. Смешиваем. Так, дальше у нас тут, видите, возле серединки появляется желтый. Я его также добавляю. Немножечко от серединки этого яркого желтого цвета. Так. И можно добавить теней на самих лепесточках. Лепесточки, если вы посмотрите, они у нас такие неровные, такие жилистые. И я вот провожу такие полосочки для того, чтобы вот этот эффект создать. У
не везде. Так, здесь у нас светлее будет сами лепесточки. Всегда смотрим на отношения. Отношения, где темнее, где светлее, при соприкосновении. Так, если много, то я лишнего уберу, добавлю здесь вот этого цвета оранжевого, чтобы не создавался такой прям явный контур. Да. И вот здесь добавлю яркого. Слегка сделаю такой объем. Так. Слегка вот эту вот линию растушевываю. Где у нас листик? Я его выделяю. Так. И дальше. Дальше у нас то же самое. Здесь должно быть у нас светлее. Ну, а там, где серединочка, светлее, темнее, вернее. И вот эту линию смягчаю оранжевым. Так, здесь также у нас так вот создаю здесь тоже такую текстуру. И на переднем то же самое, цветочки. Серединочки. Для того, чтобы выделить. Получается такая текстурная линия. И здесь также я добавляю эти линии, где-то больше, где-то меньше, где-то мне нужно вот этот листик увести немножко, я его чуть-чуть добавлю. Темнее сделаем. Здесь то же самое. Для того, чтобы вот создавался такой объем.
Так, вот у нас такие нарциссы получаются акварельные. Дальше. Нам нужно нарисовать веточку. Для этого я вначале рисую сам ствол, да, так как она у нас будет вот сюда входить. И еще одну сторону там. Веточка, допустим, так идет, и одна здесь он будет заканчиваться. Также не буду все рисовать вот эти вот цветочки желтенькие, да, у нас времени уже совсем мало остается. Просто нарисую вот несколько цветочков. Так. Будут так освежать и дополнять композицию нашу. Здесь вот можно еще один маленький цветочек нарисовать, как будто вот он только-только распустился. Стенку. Здесь. Сразу создаю тень. Есть, допустим, какие-то понравилось, возьму потемнее и такими движениями нарисую какие-то вот пестик. Так, чтобы у нас было понятно. Так, у самой веточки рисую свет, то есть слегка намечаю на веточке. И уже такой объем проявляется.
Так, и здесь. Если вы не можете мелочками рисовать тонкие линии, то берите тогда пастельные карандаши. И добавляем листик. Вот он такой сразу получается объемный. Дальше здесь можно... В принципе, нарисовать, что тут тоже какая-то вот зелень. Значит, здесь нарисую веточку вербы. Это еще не распустившаяся. Да? Так, где у меня серенький? Вот она у меня. Так, перетекает. Где-то, может быть, там еще просвечивает. Тут вот. Слегка. Можно добавить еще зелени. У самого нарцисса такие острые листики, такие длинные и острые листики. Здесь, допустим, какой-то листик тоже прячется. Так, и здесь можно просто создать такой небольшой фон зеленый, да, чтобы наши нарциссы вышли. Как будто у нас там зелень. И увести ее. Не обязательно на самом деле ее показывать. Можно растереть и увести в фон. Так. Здесь, если, допустим, не хватает цвета, вернее, не хватает тона, темнее сделать, также растереть. Зеленый здесь все-таки смотрелся лучше, поэтому я его все-таки так замажу, да?
здесь вот слегка можно. Так. Ну и наш цыпленок стоит в воздухе, поэтому мы не можем себе этого позволить, да? Мы берем также вот тот мелочек, которым мы делали тень возле нашей скорлупы, и создаем такую тенюшечку. Для того, чтобы его поставить на фон, на поверхность, на нашу новую горизонтальную. Создаю тут падающую тень. И темным карандашиком вставляю акцентики, потому что здесь будет самое темное. Так. Ну и может быть вот здесь кто-то еще добавить. Как раз вывести немножко вперед. Нашего цыпленка. Здесь я также растираю. Так. Добавлю здесь, чтобы уходило. Так, возле цыпленка я, в общем-то, не хочу ничего делать. Можно вот тут добавить. Так. И немножечко добавить пушистости. В этом месте кулёш я растерла. Такое сияние придать. Вот. Здесь также выделяю свет. Так. И спасибо, Елена. Очень красиво получается, взгляд вообще как у живого. Так, и оранжевый у меня в руке, и добавим коготочки. Я добавляю все равно пастелью, но можно сделать пастельными карандашами, поскольку у нас времени еще нам хватает пока. Так, это светлый, ну вот можно вот таким вот, таким вот карандашиком. И добавить коготочки.
Так, звук, наверное, у вас. Я уже привыкла. Скрипит, да? Ну, если вы рисуете пастелью, карандашами, то вам не привыкать. И чуть-чуть. Добавлю тень. Так. Дальше я еще хотела немножечко освежить нарциссы, так как они у нас такие получились темноватые, возможно, да, то я хочу придать им акцента. И вот такими вот движениями, такими широкими штришками добавить нарциссом. Такого света, да, свечения. Не везде добавляю, добавляю только вот в некоторых местах. Вот буквально в некоторых местах для того, чтобы такие акценты расставить. Так, ну и на дальнем, в принципе, можно не делать, ну, для того, чтобы живости придать. Саша. Так, и на вербочке. Вот у нас получается. Такие акцентики мы сейчас расставим. И, в принципе, можно будет завершать работу. Такая пастельная работа получилась. Пасхи. Здесь вот можно еще один лепесточек сделать. Что-то вот не хватает мне. Будет тоже так. Такой цветочек у нас еще получился. Так, мы не сделали с вами пестик, да, пестики у наших нарциссов. Так.
Людмила, Елена, процесс созидания рисунок завораживает. Спасибо, Людмила. Так. Ну, вы хоть если не рисуете, то посмотрите. Возможно, вас вдохновит мой рисуночек. И вы тоже к Пасхе что-нибудь создадите, хоть завтра и суббота, возможно, уже кто-то сегодня красит яйца. Да, по-моему, в пятницу все-таки это делают, потом освещают. Так. И слегка я темненьким такие тенюшечки создам. Так. И еще один самый главный такой пестик. Вот так. Вот такой нарцисс получается у нас. Вот вербочку я уже не стала рисовать. В принципе, у нас времени уже практически не остается. Можно было вот здесь ее, допустим, вот сюда продлить за цыпленочком. Там пару веточек, может быть, три штучки веточки, да, для того, чтобы вот закончить вот эту вот композицию. Вот. Но у нас уже времени не остается, я уже не буду этого делать. Ну, в принципе, я надеюсь, что вам сегодня понравилась моя работа. Так, еще 5 минуточек у вас займу, покажу. Так, извините. Свои работы, которые сделаны масляной пастелью, которые я вам сегодня предлагаю. Ну, и не предлагаю тоже последние работы. Так, вам на подарок, я надеюсь, кто регистрировался, тот получил от меня вот такой подарочек, вот такую веточку, яблоньку. Она тоже сделана сухой пастелью. Ну, а масляной пастелью я вам сегодня предлагаю вот такую работу. Это маки. Сделана она по холст на картоне. Да, взят холст на картоне и была масляной пастелью сделан подмалевок, растушевано все с помощью растворителя, и затем еще нанесен рисунок. Так, и вот такие работы масляной пастелью, которую я делала. Ну, тот, кто был, тот знает. Вот это вот тоже на акриле. Вот видите, такой металлизированный эффект. Это металлизированный акрил. Если вот смотреть, он даже такой, как объемный получается. Это за счет того, что подложка акриловая, металлизированная, и на нее нанесена масляная пастель. Ну и на бумаге, я надеюсь, он не будет отсвечивать, я делала такого прикольного жирафа. Это просто на бумаге масляная пастель. Ну, в принципе, я закончила, я готова передать Тагрулу слово. Благодарю вас за внимание, за то, что вы сегодня были с нами. Кто-то, может быть, еще нарисует. Я надеюсь, что вы нарисуете, пришлете мне свои работы, пришлете в группу в нашу «Секреты мастеров» свои работы. Буду очень ждать и благодарю вас за внимание. Всего вам доброго, до свидания. Спасибо вам большое, Елена.
Да-да-да, я тут. А, очень красивый и милый цыпленок, и также замечательная ваша работа. Мне в особенности понравился жираф. А, ну, а теперь, дорогие друзья, от всей души давайте поблагодарим Елену за ее замечательный труд, за этот мастер-класс. И я благодарю лично вас за ваше присутствие, за то, что вы смотрели. И давайте же сейчас перейдем к тому, что нам предлагает Елена. Значит, у нас есть очень интересные мастер-классы, о которых она сейчас говорила только что, но мы взглянем поподробнее. Итак, значит, есть такой интересный класс, видео-мастер-класс «Маки с масляной постелью». Итак, данный мастер-класс стоит 1470 рублей, и с помощью него вы сможете научиться творить нечто подобно красивое и необычное. Вот. Далее. И, кстати, покупая данный мастер-класс, вы получаете в подарок яблоневый цвет. То есть видео-мастер-класс о том, как создать вот такую вот прекрасную композицию. Итак, далее. Видео-мастер-класс «Птица счастья» рисуется сухой пастелью. Очень красивая работа, действительно. Она богатая, она пестрит цветами, она буквально передает живость. Несмотря на то, что это пастель, я в первый раз вижу лично такие сочные работы. И данный мастер-класс стоит 550 рублей. В подарок вы тоже получаете, если его приобретете, видео-мастер-класс «Яблоневый цвет». Итак, вы также можете приобрести более по выгодной цене комплект, в который входит видео-мастер-класс «Маки» и «Птица счастья». Ну что ж, и он стоит 1750 рублей. То есть, обретая все это вместе, вы получаете скидку на 1680 рублей. Ну а также вы можете приобрести запись сегодняшнего выступления за 450 рублей. Перейдя вот по баннеру. Перейдя по баннеру, вы сможете посмотреть все эти предложения. Ну а также вы можете приобрести все записи нашего выступления, соответственно, нажав на баннер «Все выступления» и приобрести все записи Академии мудрых хозяюшек, то есть данной конференции. Ну а теперь возвращаемся сюда, и я расскажу вам, точнее сообщу одну очень важную вещь, что сейчас у нас будет второй мастер-класс с Юлией Прокопюк, и обязательно не расходимся, обязательно ожидаем, буквально с минуты на минуту мы представим вам следующий мастер-класс. Что ж, до встречи на новом мастер-классе.